Всем привет, с вами Родригес, мы продолжаем играть Assassin's Creed Syndicate. Что ж, мы продолжаем выполнять задания, которые у нас есть сейчас. Вот есть тайны Лондона, есть у нас, значит, похищение груза, а также гонка из точки А в точку Б. Все интересные задания, а также у нас открылись новые испытания. Это бойцовский клуб и, в общем, многое другое. Мы еще не открыли карту, мы будем сегодня открывать карту. В общем, дел по горло, друзья, дел по горло. Деньжат нам, естественно, сейчас не хватает. Может быть, что-нибудь сейчас купим. У нас есть 4600, чтобы я сейчас мог бы купить. Улучшение банды мы, наверное, не сможем. Навыки у нас пока тоже этого нету. Так, журнал прогресса, это что такое, захват? Нет. Тайны Лондона, это не надо. Так, снаряжение. Может быть, из снаряжения что-нибудь у нас будет. Улучшение инструментов. Вот я вот это, кстати, искал. Вот эту штуку. Средняя сумка для бомб. Большая сумка для лекарств. Давайте ее изготовим. Лекарства нам нужны. Когда будет дичайший замес, они, конечно, очень сильно пригодятся. Так, она максимально улучшена, да, получается? Все отлично. И что еще у нас? Средняя сумка для бомб у нас есть. 3000 у нас денег немного, но давайте потратим ее уже и сюда тоже. Наверняка бомбы нам тоже в будущем очень понадобятся. Отправляемся дальше. Отправляемся мы на задание, которое у нас... Что такое? Что это сейчас было здесь? Так, ладно, давайте отправимся в тайны Лондона, посмотрим, что... Что здесь вообще происходит? Какие здесь тайны Лондон прячет от нас? Мы уже проходили некоторые похожие задания. Сопровождение грузов у нас появилось. Вот, кстати. Иконки появляются на карте. Есть, которые... А, это, наверное, поезд. Или что? Он постоянно движется. Давайте тогда сначала сюда забежим. Потому что сопровождение груза, оно может уехать от нас далеко. Постараемся догнать. Возможно, это поезд. Здесь тоже можно будет грабить поезда и... Вон, сопровождение груза. А на этот раз, наверное, карету оно будет какой-то сопровождать. Давай, прыгай вниз. Давай же скорей. Вот, молодец. Так, ребят, ну я готов. Что мне нужно для этого? Так. Что? Ну давай же, залазь же ты на нее. На... Защитить. Как я вас защищать-то буду? Я могу лишь сесть на подобную карету, наверное, как-то так. Потому что ребята не дают защищать. Тормози! Забирайся на карету и стреляй по ним оттуда. Понятно. Так, все, готово. Будем стрелять. Если наши сейчас ребята... Будет они неважно, в общем-то. Будет они не особо хорошо. На права явно они не сдавали. Купили права, это точно, я думаю. Купленные права, посмотрите, он как ведет. Лучше бы женщине, наверное, дал, чем бы сам вел. Громила. Против течения, ты куда едешь? Ну, стреляй же, ты что делаешь? Не, ну реально. Что он, мать его, делает? Куда эти-то убежали? Так, поехали. В общем, мне кажется, нам нужно просто двигаться по тому направлению, что нам указывают. А этих ребят не нужно будет ждать. Просто нужно доставить груз, сопроводить груз до определенного места. Вот такое задание. Было интересно. Я думаю, в других районах будет, конечно, посложнее. Народу будет побольше, но тем не менее. Огненный опал. Заработали мы ресурсы и деньги. Это меня радует. Так, ну отправляемся теперь в тайны Лондона. Все-таки нам нужно... Кстати, что-то у нас там появилось из снаряжения.
Открылось что-то. Ну, я думаю, сейчас мы уровень качнем 6-й, и там можно будет нормально пододеться. Очень даже неплохо. Там у нас хорошие вещички. Я уже присмотрел. Хорошие вещички. Хорошее оружие. И навыков можно будет, конечно же, прокачать. Достаточно много полезных. Так, перелазь сюда. Через забор вниз. И тайны Лондона где-то здесь. Прыгай! Вот так. Шкатулка. А, вот он, ключ один нам нужен. Кстати, да, ребят, в прошлой серии мы как раз смотрели, я сейчас покажу. Вот у нас есть такое место, хранилище оружия, коллекционные предметы. Вот этот ключ нам понадобится. Там нужно много ключей туда отнести. И мы откроем однажды интересную какую-то штуку. Я не знаю, что именно там будет, но это будет, наверное, очень интересно. Какой-то, возможно, полезный предмет. Может, какая-то дополнительная миссия интересная будет. Мы это узнаем. Мы это однозначно узнаем. А теперь мы пойдем в бойцовский клуб. Давайте завершим все эти основные задания. Их нужно будет... Вау, что ты прыгнул, а? Я думал, он разобьется сейчас. Нет, все-таки. Так, 300 метров осталось, это немного. Нам нужно просто найти карету, на которой мы это преодолеем очень быстро. Осторожно, чуть-чуть на женщину не упал. Так, возьму-ка я вот эту карету. Никто не заметил, что я ее угнал. Погнали. Давай, вперед. Вроде как уже наловчились на карете кататься. В зависимости от кареты, тут тоже многое что зависит. Бывают кареты, которые повернешь, она чуть ли не переворачивается. На поворотах очень плохо себя держит на дороге. Аккуратно. Так, ну мы практически уже приехали. Оу! Едва тут успели люди разбежаться. Так, а тут бойцовский у нас... Бойцовская яма, бойцовский клуб. Опа! Грязюки метелятся все. Нам нужно вон тому букмекеру. А ну-ка, я могу запрыгнуть сюда? Хоч, такой чувак пробегает. Так, я здесь. Ну чё, побьемся? Ура! Ура! Наконец-то у нас здесь талант, как он говорит. Эйч! Красиво! Нож ему в спину! Чё такие злые-то, ребят? Мы здесь без оружия бьемся. Чисто только руки ломаем, и все. Так, первый раунд мы продержались. Дальше будет сложнее, естественно. Тихо. Неплохо было. Вот это бой! Вот это бой! Так, второй раунд тоже был для нас, в принципе, легким. Сейчас начнется, конечно, уже сложнее. Распотрошите его! Я тебе сердца пересчитаю! Готово! Со всеми он не справился! Здесь самое опасное, когда они толпой начинают нападать, это уже опасно. Вот это вот, видите, громила.
суперудар. Невероятно! Отлично! И последний раунд. Последний раунд. Сразу ко мне тут прыгнул. В наши... Я тебя выпотрошу. Крепкие цепкие руки. Он просто их ломает. Он просто их ломает. С одного удара уже нокаут. Тихо. Два здоровых кабана. Осторожно. Промахивается и получает серию опаснейших ударов. Нокаут. Отличный бой. Божественная трость. Мы получаем божественную трость клинок. Не зря мы выполняем эти задания. Так, снаряжение, оружие, божественная трость, клинок. А, нет, у нас даже получше. Вот что я хочу. Трость, клинок, обсидиан, обсидианов лев. Это хорошая штука, реально. Так, наручи, наручи. У нас еще появились наручи новые какие-то нам дали за 1000. Вот такой. Ну, это у нас как раз он и в данный момент есть. Можно проходить эти задания, не покупая их. 1200 мы заработали, это неплохо. Так, соответственно, куда мы отправимся дальше? Можно, наверное, еще один груз, но нет. Давайте что-нибудь еще посмотрим. Я думаю, нам нужно будет открыть территорию. Может быть, когда мы откроем территорию, займемся открытием вот этих вот точек обзора. И вот еще и одну, и вторую мы откроем. Может, у нас какие-то еще появятся задания. Нужно уже открыть карту, на которой мы уже и так довольно долго бегаем. И все никак не находится у нас время на это дело. Так, давай-ка наверх забирайся, отправляемся. По грязи он не может залазить. Пойдем так. Вот мы приехали, идет сейчас дождище, хлещет как из ведра. Все промокли, у меня зонтика нет. У меня только единственный цилиндр меня защищает, и все. И мы в такую погоду погнали, вот, собственно, открывать и смотреть Лондон. Посмотрите, какая здесь красота, наверное, ей было бы светлую, хорошую погоду. Но сейчас дождь. Давай наверх. Какое высокое здание. Величественное, большое. Так. А, здесь только залазит, наверное, да? О, да. И это круто. Пусть ничего не видно, но... Конечно, это атмосферно очень. Освобождение детей, похищение груза. У нас открылись тут многие задания. О-о-о-о, как я попал в эту карету? Это мне очень сильно повезло, реально. Так, новые сундучки тут пооткрывались. Это приятно. Так, это что у нас? Охота дети, скотобойня, охота на тамплиеров. Здесь мод Фостер. Рекомендуется 6-й уровень охота за головами. Так, давайте еще сюда пройдем. Точку обзора вот эту откроем, и уже у нас будет уже виднее. Что здесь? Ну, много здесь заданий. Огромное количество открывается. Увидимся на второй точке. Так, ну вот мы пришли. Вторая точка. Красивая башенка. Дождик вроде как начинает уже немножко стихать. Чуток. Ух ты, кузнечик. Смотрите, это большой кузнечик. Солнышко выглянуло, но ливень идет. Так, прыгать как? В какую сторону?
Вау. О да, прям перед продавцом. Так, теперь куда? Сопровождение груза. Можно сопроводить груз, можно. Дэвид Доннелл, охота за головами, шестой здесь уровень. Вообще здесь везде шестой уровень. Кстати, вот. Ограбление поезда, 2125. Поехали, если успеем. Так, карета, 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 где карета? Мне нужна срочно карета, мы должны быстро добраться, пока он не уехал и не пропал у меня. Ну, как назло, никого нет. Нормальная, нужна быстрая каретка. Вот, к примеру, так, тут ребята еще, тут... На наших бойцов нападает. Я не мог пройти мимо. Я смотрю, успехи поубавилось. Так, неужели пропало задание ограбить его? Поезд, да, действительно, пропало. Ну, ладно, мы еще встретим, а может быть еще как-то здесь видно. Ограбление поезда, ограбление поезда. А это что такое? Захват судов. Захват судов тоже интересно. Так, ну ладно, мы еще встретим наш поезд. Нам нужно вообще-то в свой вернуться поезд тогда. Раз на то и пошло, потому что у нас там скопилось деньжат. И должно быть их немало. У нас вообще-то по деньгам не совсем, конечно, хорошо сейчас. Но, по крайней мере, в поезде должны у нас идет пассивный доход. И у нас, на нас уже многие организации работают, поэтому... Частично Лондон уже наш, частично. И он приносит нам деньги. О, я тебя тоже рад видеть. Так, 4500. Сколько это? 9000. Неплохо, неплохо. Давай пробежимся в конец поезда. У нас здесь есть продавец, который нам продает со скидочкой. Тут у нас черный рынок. Так, в этот вагон почему-то всегда проблема перейти. Нужно вот обязательно вот как-то вот так сделать. Так. Ну вот он, продавец. Черный рынок. У меня здесь, прям в самом нашем поезде. Карта сокровищ. Можно, кстати, купить карту сокровищ. Открыть расположение сундуков. Давайте мы купим карту сокровищ конца до конца, чтобы нам знать все сокровища, которые есть в Лондоне. Книга цветов, гид по Лондону. Так, иллюстрации, засушенные цветы. Я не понимаю, для чего вообще засушенные цветы эти нужны. Иллюстрации тоже пока не знаю, поэтому мы сейчас тогда что сделаем? Мы, так, купить все. Это что у нас стоит? 4. Нет, пока мы это покупать не будем. Мы сейчас, значит, пройдем вот сюда, к этому лоточку, и выберем. Возможно, что-нибудь мы найдем здесь ценное. Так. Пистолет у меня есть, наручи. Нужно изготовить чертежи, нужно на него выполнять, нужно задание для того, чтобы его купить. Так, здесь шестой уровень нужно, здесь тоже шестой уровень нужно. Особо тратиться, а нет, это тоже не надо. Так, по уровням нужно развиваться и расти, тогда у нас будет еще больше, так сказать, нужного и ценного оружия, которое будет более эффективно. А теперь мы отправимся тогда на задание, которое у нас есть, появилось, вернее. Вот здесь, охота за головами, Дэвид О'Доннелл. Там, кстати, парочка сундучков есть. Охота за головами. Так, где цель? Шестой уровень, друзья. Шестой уровень. Это будет сложно. Это будет реально сложно. Потому что... Так, грачи наши где-то там ходят. Я бы мог их сразу двоих. Вот этих надо, нужно будет убрать однозначно. Что там происходит? Yes! Go!
Так, цель убегает. Цель убегает. Нас так да давай, жену, хватай его, гада. Мэтью! Похитить Мэтью! Этого урода. Эй! Ты еще кто? Кто? Пусти! Давай за угол уходим, 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 уходим. Тут люди молятся. Мы всего-то кусок металла украли. Так, куда? А, из каждой церкви в округе. Мэтью не любит их звук. Напоминает о детстве. Это все Мэтью! Пусти меня! Идем, 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 идем. Это все Мэтью! Пусти меня! 300 метров, что-то далеко. А, нет, это вот как раз до кареты дотолкаем его. Сейчас. Свободен! Вообще красавчик! Помоги, брат! Красавчик! Спасите! Свободу! Так, кто-то там говорю. Едет к нам. Все, завалили. Три ножа. Три ножа для этого потребовалось, чтобы завалить эту... Тетку. Давай, 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 уходим. Вот так. А, нужно было про... Там же еще проезд, наверное, да? Вот, хорошо. Аккуратненько. Готово. Спасибо, что привели. Доставьте объект живым. Костюм стрелка. Следующая награда — револьвер. Вау. Так, охота за головами, завершено задание. Ну что ж, было в принципе интересно. Он к нам сам выбежал. Мы дождались удобного случая, и он прям сразу к нам побежал. Так. Что мне еще бы хотелось найти? Это нам, мы обязательно будем грабить поезд. Как только он появится где-то у нас здесь, мы его ограбим сразу же. Так, для этого сейчас нам пока нужно будет... так, вот еще, кстати, есть задание. Что это такое? Убежище банды. Мы отправляемся тогда сюда. Костюм стрелка. Снаряжение. Костюмы. Костюм стрелка. Вот он так выглядит. Увеличивает урон, наносимый огнестрельным оружием. А это что? Уменьшает время обнаружения на 15%. Так, увеличивает урон, наносимый кастетом. Пока нет. Менять мы ничего не будем. Где мой костюм? Ой, где мой этот? О, там какой-то у нас какой-то замес. Смотрите, что здесь происходит. Что здесь вы творите, а? Они одного из моего банды тут напрягали. Одного товарища из моего... замечательного нашего... нашей команды, грачей. И мы должны держаться вместе, поэтому... я и сразу прихожу на помощь, если я вижу подобные ситуации. Так, где? Где сундук? Где сундук? А вот же он. Открывай. Деньжата. Так, мы отправляемся тогда вот сюда. Поехали. Так, у нас по пути встречается задание похищения груза. Можно его похитить. Давай, прыгай, 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 прыгай вниз. Эйч! Еще немного, и я приду. Ну, ё-моё, понеслась. Распотрошите его! Это придушку! Я тебя... Народу здесь много, реально.
О, жестко. Так, все, обыскиваем. Так, может, у тебя что-то есть? Как раз перед заданием похитить нам груз не удалось. Да, по сути, сейчас мы наберем все равно нужных нам ножей, например, патрончики и так далее. Мы набрали. Поехали. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Освободите пленных грачей, скрытно убейте главаря банды. Освободите пленных грачей. И убить главаря банды. Скрытно при том. Нам тут рекомендуют улучшить, прокачаться. Как бы лучше снаряжение, и потому что здесь противники будут 6 уровня. Но мне интересней, на самом деле, биться с противниками, которые сложнее. Вон он, главарь. Скрытно убейте главаря. То есть нужно как-то все это делать очень-очень скрытненько. Так. Мы можем подождать, когда эти двое подойдут. Врачам повезло, что есть. Во! Так. Освободили. Грамотно. Так, никого тут нету больше. Я понял. Ты здесь, если нужен будешь. Так, главарь банды. Слышит нас, нет? Услышал. Давай, 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 подходи. Прекрасно. Так, все хорошо. Все просто идет как нельзя лучше. Так, сзади никого. Впереди. Да мы вас в порошок сотрем. Знакомое лицо. Тихо, 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 идем сюда. Ха-ха! Вот так тебе, подруга. Вообще удачно. Я смотрю, успехи поубавилось. Ха-ха. Тут нам на помощь подбежал наш спасенный пленник. Так, убить, убить. Еще у нас тут нескольких. А, так, а в итоге кого еще нужно будет спасти? Давайте его сейчас завалим. Там что происходит такое? Там просто местные жители бьются. Пьяные алкоголики, тунеядцы. Хлещутся на улице. Опа! Так. Неплохо. Освободите пленных грачей. Но где еще здесь пленные? Вон наверху еще есть один стрелок. Хоба! Готово. О да, о да. 6 уровень был, друзья, 6 уровень. Yes!
освобождением банды. И мы еще клочок Лондона отвоевываем. Вернее, завоевываем. Вот так вот. Смотрите, здесь сколько сундуков, сколько здесь всего. О, супер. Ну что ж, дорогие друзья, увидимся в следующей серии. С вами был Родригес. Я вам желаю хорошего настроения. Подписывайтесь на YouTube канал, на Twitch канал, группу ВКонтакте. До новых встреч. Всем пока-пока.